Поздравить с юбилеем Нафиса Абылгатовича пришли глава района и бывшие сослуживцы. До сих пор коллеги помнят его как человека, беззаветно преданного своей работе. В день рождения юбиляр получил поздравление даже от Рустама Миниханова. Поздравление президента передала его помощник Лейла Фазлеева. И пожелать вам, чтобы вы также были в авангарде, чтобы вы всегда были впереди. И все молодые поколения, было правильно сказано, гордятся вами и будут гордиться вами всегда. Нафис Авзалдинов родился в селе Кичучатово. С 1963 года работал помощником бурового мастера. Через 3 года стал оператором по добыче нефти и газа в НГДУ «Елховнефть». В 1977 году он был награжден орденом трудовой славы 3-й степени, в 86-м – 2-й степени, а в 91-м году удостоен ордена трудовой славы 1-й степени. Также на его счету звание почетный нефтяник открытого акционерного общества «Татнефть», заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР. Благодарность президента Республики Татарстан. Нафис Абылгатович проживает с супругой. Они окружены заботой и вниманием детей и внуков. Он, наверное, в какой-то степени наш ангел-хранитель. Вот, потому что человек, который готов всегда прийти на помощь, готов поддержать, человек, который неустанно дарит нам свою любовь. Даже выйдя на пенсию, Нафис Абылгатович продолжает трудиться и дома никогда не сидит без дела. Собственной мастерской занимается работами по дереву. Папа у нас вечный трудоголик, никогда не будет сидеть. Я не знаю вообще, я его не вижу, чтобы он там лежал на диване или что-то такое. По хозяйству, дома, всегда помогает маме. Ну, и это нам показательный пример. То есть нам, также нашим мужьям, то есть мы всегда говорим, вот смотри, папа не сидит на месте, ты что, на диване там лежишь, да? За праздничным столом прозвучало множество поздравлений. Теплые слова от бывших сослуживцев и родных не оставили юбиляра равнодушным.